Привет, друзья! Сегодня с вами говорим про топ продуктов, влияющих на понижение инсулина. Очень-очень многие не знают лайфхаки, которые можно включать на повседневной основе и, в принципе, чувствовать себя очень комфортно. У нас у всех в течение дня есть вот эти гликемические качели, и чем сильнее нас качнет, тем, соответственно, больше повреждений клеточных мы на себе испытываем, и многие пытаются перейти вообще просто на какие-то полностью низкие углеводы, низкие жиры, низкие белки, в общем, лишь бы меньше качнуло. Но на самом деле здесь вопросы не только в этом, вопросы, в принципе, про метаболическую гибкость, и чем менее мы гибки, да, тем больше у нас с вами вопросиков. Конечно, на постоянно низкоуглеводной диете находиться нельзя, то есть определенные противопоказания, но есть некоторые преимущества. Меню с минимальным количеством углеводов благотворно действует на общее самочувствие, на иммунную систему, на настроение и исключает многие заболевания. Плюс подходит как для похудения, так и, в принципе, для всех уровней активности. Борется с весом, с болячками. Но сразу бывает, у некоторых возникают вопросы, связанные с нервозностью, головными болями. Часто приводит к дефициту натрия и кальция. Часто вызывает запоры, увеличивает нагрузку на желчные и на печень. Да, и снижает концентрацию внимания. Поэтому все противопоказания есть у низкоуглеводных диет. Соответственно, потребление жирной еды противопоказано при подагре, холецистите, проблемах желудка. В общем, у каждой своей группы есть вопросы по противопоказаниям. Я расскажу про просто низкоуглеводные продукты, их топчик, который, в принципе, вписывается в любой рацион, если вам это важно. Низкоуглеводная диета, по сути, это питание не только для диабетиков, но оно профилактирует разные заболевания, связанные с старением иммунной системы, клеточным старением, да и вообще старением. Низкоуглеводная диета запрещает или максимально ограничивает продукты высокоуглеводные, такие как картошка, газировка, соки, сахар, сухофрукты, сладкие фрукты, там манго, банан, ананас. И есть там среднеуглеводные, это бурый рис умеренно, несладкие фрукты, цельнозерновые, гречка, киноа, булгур, ягоды, зеленые овощи, сладкий картофель, тоже это среднеуглеводный такой продукт. Но все это многим тоже не подходит, потому что вот булгур, у меня сразу вопросы киноа, к булгуру, к проницаемости кишечной стенки. В общем, безуглеводные – это мясо, рыба, яйца, творог и сыр, сушеные грибы, орехи, авокадо – это все безуглеводные. И есть еще гликемический индекс, да, который можно проверять по продуктам, и как вы реагируете на те или иные вообще продукты. И метаболическая гибкость, она очень-очень супер важна, в принципе, для долголетия. Скажу сразу, что пищевая, да, промышленность, она сейчас прям изобилует. И резкие скачки инсулина и сахара приводят к стрессу и тревоге, накопления, да, такого тяжелого состояния стрессового. После сахара резкий всплеск, потом падение. И что делать? Конечно, первое, я уже говорила, проводить время на воздухе, перестать паниковать, злоупотреблять, да, там углеводами. Я говорила это все, но топ продуктов у вас должен быть всегда под рукой. То есть элементарно то, что является вашими помощниками. И это не только при диабете, но, как я сказала, при вообще многих заболеваниях, которые вы хотите профилактировать. Высокие углеводы провоцируют не только всплеск инсулина, они провоцируют вас на движение. Если движения нет, то, соответственно, начинаются
разные моменты отложения, стресса и тревожности. Список продуктов, конечно, я дала под роликом одним из своих. И сразу вам скажу, что вот эти вот вопросы с углеводами, они полезны людям для психологического, психического здоровья в долгосрочной перспективе. И напишите, какие у вас есть продукты любимые, низкоуглеводные. И я скажу про топ своих. Это, конечно, все здоровые жиры, листовая зелень, крестоцветные, некрахмалистые овощи, кокосовое оливковое масло, сливочное масло, твердые сыры, морепродукты, яйца. И иногда использую семена, орехи, бобовые, некрахмалистые овощи. Вот это мой топчик. И я его не всегда полностью соблюдаю. Но стараюсь ориентироваться. А вы, возможно, напишите мне про свои. Почему я говорю про низкоуглеводные? Потому что они влияют на метаболическое здоровье в долгосрочной перспективе. Вот сразу скажу, что не всем все подходит. Многие сидят, знаете, на такой диете. Капуста, репа, авокадо, помидоры, там, перец, свежая капуста, зеленые бобы. И все это только лишь бы снизить. Но не всегда все удается хранить дома. Можно хранить несколько групп, да, сразу говорю про рыбу, мясо, да, которые не крахмалистые овощи. Это все можно иметь под рукой. И овощи обязательно, они поддерживают ваш микробиом. Пишите.